Всем привет, дорогие друзья, с вами Димоникс, и сегодня будем готовить бургеры. Взяли черные булки по 12 рублей, вот такой инструмент хороший, 39 рублей. Так, еще два помидорчика, не помню сколько стоит. Кетчуп хреновина. Так, 4 шницеля из рубленого мяса. Салат. В принципе, все. Разогреваем сковородку. Это или казан скорее. Так, немного связываем. Так, давайте пустим масло. Посмотрим, что у нас получится. Чуть маслица. Конечно, коробка была бы, но пользуемся, что есть. Так, мне уже нагрелось. Обжариваем снизу и ждем пока. Так, берем наш инструмент. Срезаем пленку. Короче, снимаем пленку. Нам это не нужно. Нифига не хочет сниматься. О, все, наш инструмент чистый. Моем. Так, все. Помидорчики. Салатик потом помоем. Так, шницель, смотришь. Почти не прожарился. Это масло очень полное. Масло там тоже плохое. Ну, обжаем до готовности. Пару минут. Пока можно нарезать нашу булку. Ух, я про лук забыл. Нам еще лук нужен будет. Да, черная булка внутри. А? Так. Ну, у тебя помидоры, что-то не молчишь. Я забыл даже. Не подумал посмотреть. Вон лук тоже есть. Все, у нас появился лук. Его тоже надо будет нарезать. А у нас, конечно, надо было маринованный взять. Все, котлеты готовы. Так, тарелка там. Ничего не готово. Так, ставим пока второй. О, какие они большие. Так. Наша хреновина. Прикольно. Чего? Мы нас меня там в холодильнике достаем. Без меня это первый. Ну, прикольно, кстати, кетчуп. Так, сверху. А, еще сыр же надо было. Ладно. И сделаем из того, что уже купили. Так. Котлетка. Ух, нифига. Офигенно. Когда котлеты больше. Ничего не подготовлено, что-то вообще. Дальше пользуем. Спасибо. Так, огурчик. А, ну доску хоть здесь. Тут 4-5. Так, 4-5. Огурчика. Так. Чуть дальше у нас салат на улице конечно. Так, салатикус. А, лучок я еще забыл.
кольцами. Крючок наш. В принципе, такой у нас бургер получился. Неплохо. Давайте попробуем сейчас. Бургер на быстрого, кстати, очень вкусный. Мне нравится. Лучше, чем дешевый. Каком-нибудь Майке, либо еще где-нибудь. Ну, где-то он сам стоит, булка 12. Так. Эти по мелочи. Ну, меньше 100 рублей, в общем. Пятиминутный бургер, все готово. Вкусно. Даже очень. А тут такое внутри. Котлеты классные, кстати. Все, всем спасибо. Бургер получился вкусным, будем делать дальше. Уже более. Всем пока.